Сегодня катаемся на Ford Explorer. Вот он, красавец, ими местный. Но по традиции багажники у нас, как всегда, спрятался. Да-да! Че, как тебе багажник? Огромный. Большой? Большой, да. Кого еще? Еще раз багажник вылазит? Давай. Ну вот он, красавец, Explorer. У нас ножник, педальный узел регулируется вперед-назад, как на всех истинных американцах. Рулевая колонка с электроприводом. Кожаный семиместный салон. Папа, да. Это тут ананас. Да, подстаканники у нас. С подсветкой, с интерьером. Это что, как, Саш, кнопка называется? А? Тетя Вич. Тетя говорить будет эроглонас, да, Саш? Ананас. Ну, видимо, аккумулятор уже сел. На шторке панорамной крыши не открывается. Здесь у нас Sync 3. Купим. Давай купим, Саш, заработай, жди, не купим. Это режимы езды по внедорожью. Да, 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 да. Да, режимы езды по внедорожью. Камеры передние и задние. Не. Ну да, да. Ну да? Тут старт-стоп, мультируль. Датчик света, датчик дождя. Ну да. Ну что, все, поехали на машине. Можно максимально, да, вверх поднять? Смотри, он выше, да? Так, а педальный узел? Коль, ну это американец, да, чисто, у них же принцип. Какой Ford маршрут? Выезжаем. Составляем, выходим. Ford Torbus. Нажми, да. С левой стороны. Еще и ножник. Так, нажимаем? Да, да, давай прям, все. Трогаемся. Автоматическое запирание, да? 3,5 литра, 49 сил налево поворачиваем. 8,9 до 100. Как печка? Сколько же? 8 секунд до 100? 8,9. Почти 9, да? Почти 9 секунд до 100. Ну это семиместный? Они все семиместные идут, в горном салоне сразу. Можно выехать сюда сейчас, направо. Поедем так. А как? А, вот включается полики. Что, погрев? Упал в стекло, это включается? В основном меню, да? Тут Sync 3? Sync 3, да, идет полностью управление климата можно. Навигация, камеры, перед, зад, самовать. Да прямо езжай там, выбирайте, куда выехать. По подвеске посмотреть, как отрабатывает тут 20-е колеса. Хорошо, да, греется. Установлены, в принципе, достаточно комфортно. Тут двойные стекла установлены, конечно. Для шумоизоляции двойные стекла, да? Старная. Ну, как прекрасно видно. Найдем в старом бензине. Сейчас поворачиваю направо и налево. Там более сильные ямы. Угу. Слушай, ну это же не рамный, да? Это же. Нет. Это же все-таки. Такой более сущий городской автомобиль. Рамный кому нужна сейчас? Нельзя прямо, он ничего не заденет. Клиренс достаточно хорош, 210 мм. Угу. В принципе, вот в горочку поднимаемся тихонечко. Хорошо. Да? Да. Постоянно, по-моему, прет. Интеллектуально, по-моему, прет. А ESP не дает? Да, а нет, нет, гребет. Давай. Вот дает, да, ESP. Да, едем прямо так же. Прекрасно. Да, сейчас это. Едем прямо. Прямо, да? Да. Все прелести этого автомобиля, в принципе. Что можно сделать? Выехать. Едем по маршруту нашему. Покатали. Да, катаемся, показываем, что может. Люди удивляются. Тебе на маршрут уже попереедет. Маршрут тот же сам останется. Торможи на всякий случай. Ну,
сейчас. Вниз, да? Да, вот сюда вот. Смотри, фронтальная камера. Ну да, тут она нужна, конечно. Вывезли колеса, спустились, да, ничего не запели. Прекрасно. Тормозная система хорошая, если сравнивать с 200-м, с Прадо, который я не ездил, тормозят вообще. Очень тяжело, да, управление 200-й. Менеджер говорит, тут тормозную систему доработали, теперь машина останавливается. Ты представляешь, что было, когда не доработали ее. Когда она не останавливалась, точно. Да, это вообще страх божий. Как тебе впечатление? Слушай, вообще супер. Это, конечно, вот я первый американец, настоящий Ford, в котором я езжу. Сколько у меня было, я считаю, третий личный Ford. Южин подменник был. Все, начинали. Тут панорама. Как он здесь во льду? Да. Черная крыша на лед. Налет на премиум у нас, да? Да. SX9 к нам наездил. Такая же черная крыша. Как SX9? Тоже ничего, конечно, хорошо идет. Что бы выбрал, Мазду или Форд? Ну, я и приверженец Форда, конечно. Тут все родное, я уже больше 10 лет еще. Тогда Андрею позвоним, скажем, Форд берем. Ну так он на чем, сам-то ездит, извини меня. Я же ему продал, считай. Универсал, да, тут? Да, мы просто вышли как-то, если я фокус взял, хэтч. Дай прокатиться, прокатился, посчитали, поговорили, обдумали, все. Я вас спрашиваю, а что ты трешки не взял? Не, говорит, там 150-200 тысяч разницы, говорит, только за что, говорит. Да. Просто он любит Ford, Ford для качества, не то что Mazda. У нас даже продается Mitsubishi, взял себе Ford Focus Titanium EcoBoost. 150 тысяч, да? Да. До этого еще один круг ездил на Mondeo. Mm-hmm. Сторонние бренды даже покупают это. Там притопить, посмотреть по динамике. Тоже немножко курсовая держит. Разрешенные 80 разогнались, хватит. Красный свет. Чья сборка? Елабуга крупноузловая. А, здесь у нас делают, да, уже? Да. В принципе, все автомобили Ford собираются в российский фильм. Для города, для трассы самый такой, второй идеальный. Для большой семьи, да. Сразу 7 рядов. 7 мест, да, 3 ряда идет. Все в кожу сразу. Базовая версия, там механическая регулировка 3-го ряда, конечно, зайдет. Я думаю, это вообще не понятно. Третий ряд складывается, да, ровный пул. Ровный пул, да, второй ряд тоже, соответственно. И получается полутораспальная кровать. Ну, все машины 17-го года уже оборудованы Рекванас, да? Конечно. Очки. Это, видимо, управление крышей, да? Это шторкой, это люком, соответственно, люк у нас замерзший. Ну, не будем даже экспериментировать. А? Зеркальце с подсветкой. Тоже. Зубы красить, да? На ходу. Угу. Женская тема. Пожалуйста, назовите команду. Также голосовое управление SYNC, как в принципе на всех SYNC третьих идет. Можно включить Bluetooth. Непонятно. Скажите AM, FM, USB или навигация.
Если телефон подключен, вы можете сказать «позвонить» и затем произнести имя абонента. Например, позвонить Иван Петров. Или набрать и назвать номер абонента. Например, 007-912-345-67-87. Рулевые переключатели здесь больше атрибут спортивности или на внедорожье. Вы можете сказать «М», «ФМ», «USB» или «Навигация». Вы также можете сказать «Открытый». Чтобы получить дополнительную информацию, сквозь первую. Да не знаю, сейчас равно. Машина мешает. А по расходу что как? Расход порядка 15 литров. 92-й бензин. Да, 92-й. Реально уже. Говорят, литр 15 по году. В принципе, достаточно оптимально. Многие клиенты спрашивают, почему дизеля нету. В принципе, стоимость 92-го дизеля сопоставить расходу, то на то и на то и выходит. Благодаря тому, что автомобиль на 92-м бензине сразу. Ну, удобно, вот они сейчас постоянно. Сколько лет уже 92-й адаптировать? 2000? Ну, что надо, да? Какой-нибудь. Ну ладно. Туда же заезжаем, да? Да, морду заезжай просто. Мордой? Небольшой подарочек компании Ford. О, как владелец Ford, да? Документы пусть Ford скажут. Спасибо, Руслан. Приходите к нам в салон, Жукова 34. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки.